приветствую, друзья. И гуляю по поселку. Смотрите, какие клумбочки. Мы ждем сейчас людей, которые будут присоединяться к трансляции. У нас плюс 35 градусов. Даже вечером очень-очень жарко, поэтому выходим на улицу только после 8 вечера. Привет всем! Напишите, как меня слышно, поставьте пару плюсиков. Если слышно хорошо, поставьте плюсики. И если изображение хорошее, поставьте единички. Потому что сейчас у меня не домашний, а мобильный интернет, поэтому может изображение плыть. В общем, жду от вас обратной связи. Зовут меня Ирина Агапова-Маркелова. И тема нашей трансляции сегодня «Как должен выглядеть миллионер?». Спасибо, Дмитрий, вижу ваши плюсики, значит, меня хорошо видно и слышно. Вот вопрос к вам, кто меня смотрит. Как должен выглядеть миллионер? Люди присоединяются. Кто только кто присоединился, беседа у нас такая на тему «Как должен выглядеть миллионер?». Дмитрий пишет, все good, Лариса, единичку, спасибо. Трансляция может у нас секунд на 10 давать задержку. И вопрос к смотрящим. Спасибо за ваши лайки, кстати, и за репосты. Как должен выглядеть миллионер? Пока вы пишете, я вам расскажу. Очень многие мне говорят, что вы на миллионершу не похожи. Что я... не всегда бывает крашусь, потому что Дмитрий пишет презентабельно, не всегда бывает крашусь, потому что 36 градусов, а когда мы были на море, я там даже губы не красила, потому что пот течет ручьем и не хочется никакой косметики, потому что очень жарко, щеки горят, уже 8 вечера. Когда я работала в Москве парикмахером. Кто знает мою историю, я работала в Москве парикмахером, сначала учителем, потом уехала в Москву и работала парикмахером. Ко мне приходил один миллионер стричься. И знаете, как он выглядел? Он приезжал на очень дорогой машине, носил обычную футболочку, обычные шортики. И если бы его вот так вот увидели бы, то вы бы никогда не подумали, что у него огромный дом, что у него машина стоит несколько миллионов. Вы бы никогда не подумали, что он миллионер. Он всегда оставлял мне чаевые 500 рублей. Стрижка он стоил 90 рублей, он мне всегда оставлял 500 рублей. И вот мне пишут, что ты не на миллионершу. Ну, я заработала за 5 лет в проекте Whole World 24 миллиона рублей. Было 23 недавно, а уже повалило за 24. Купила двухкомнатную квартиру после общежития, потом трехкомнатную и полмиллиона вложила еще в ремонт. Полмиллиона рублей. Я не долларовый миллионер, я рублевый миллионер. Иногда я пользуюсь в магазине акциями. Да, Лариса, я миллионер. Я купила 3 квартиры. Я путешествую 3 раза в год. Я одеваюсь вот так. У меня обычная туника. У меня обычные шортики и шлепки за 800 рублей. У меня резиночка рублей за 80. Я сейчас сняла ноги, я сняла, не люблю, когда что-то у меня на шее. Я вот так выгляжу обычно. И когда мне надо куда-нибудь доехать, я беру такси. А если идет по дороге автобус, то бывает даже, что я на общественном транспорте. Может, я экономный миллионер? Я не транжира, но и я не экономлю. Например, у нас валяются везде абрикосы, я абрикосы покупаю. Пользуюсь акциями в магазине. Не вижу в этом ничего зазорного. Но, например, если рис в одном магазине стоит 30 рублей, а в другом 35, я за километр не иду, чтобы купить дешевле. Так, Дмитрий пишет, или как корейка. А.
Жду ваших ответов презентабельно, как должен выглядеть миллионер. Миллионер без шелухи, так, наверное, и должно быть. Анастасия Черкова, я вас полностью поддерживаю. Вот есть еще такие люди, ну, говорят, встречают по одежке. Бывают люди, отдают последние деньги, покупают, девушка покупает норковую шубу, да, Татьяна. Одиннадцать месяцев в проекте, в 13 году я заработал первый миллион рублей. С тех пор прошло 5 лет, и 7 июля было ровно 5 лет. Я снимала такое видео, что у меня был юбилей, как я принимаю участие в проекте Whole World уже 5 лет, а нам будет 7 лет. Я продолжаю зарабатывать деньги и в этом проекте, и мне очень нравится моя деятельность. Я не выпендриваюсь. Да, есть у меня норковая шуба, но она короткая. Попа мерзнет в ней зимой. И вот сбилась с мысли. Есть такие девушки, которые берут в кредит деньги и покупают себе выпендрежные вещи. И идет на дорогих туфельках. Идет, ну, в общем, она выглядит дорого, а на самом деле живет в общежитии, или, например, за душой у нее ни хрена нет. Зато выпендрежный вид. Да, Татьяна, я миллионер, да. Вы можете посмотреть мой YouTube-канал, можете посмотреть, как я покупала квартиры, открыть плейлисты. В плейлистах у меня... как менялась моя квартира. Квартирный вопрос называется плейлист. Как я делала ремонт. Как мы путешествовали. И продолжаем путешествовать. Вот. Сбиваюсь с мысли, потому что читаю заодно ваши комментарии. Скажите, что вы предлагаете, что вы продаете. Влад пишет. Я никому ничего не впариваю. Я просто занимаюсь проектом Whole World и работаю по методике приглашая, не приглашая. Люди идут ко мне сами. Никого не зову, никого не упрашиваю никогда из принципа. И люди ко мне идут и сами спрашивают, как можно попасть в ваш проект. Татьяна Петрова, канал называется Ирина Агапова. Даже можете его не искать, он у меня ВКонтакте закреплен в шапке профиля. Просто кликните по нему и все. И можете посмотреть все мои плейлисты, все мои обучающие видео. Я очень часто снимаю, показываю свой кошелек. Кстати, сегодня вела трансляцию с другой страницы, показывала свой кошелек. И в июне показывала свои доходы. Минимум в день у меня получается от 100 долларов. Это где-то 6200 в день получается. И сегодня, если полистаете под закрепленной записью, увидите мою трансляцию. Я там показывала сегодня обзор своего кошелька Advanced Cash. И на моем канале увидите мои доходы за июнь месяц, за май месяц. Я каждый месяц снимаю свои доходы и обзор своего кабинета. Это для тех, кто не верит, но можете посчитать, сколько я зарабатываю. Я буду заканчивать. А, вопрос еще есть. Вам муж не нужен, а то мне нужна жена-миллионер. Муж у меня есть. Вон коляска идет впереди, пока я веду трансляцию. Влад, а вы думаете, что жена вас будет кормить? Вы сами не можете обеспечивать свою жену? Все, смотрю, уже тут флот пошел. Буду я заканчивать. Для тех, кто хочет зарабатывать большие, просто неприлично огромные деньги, посмотрите презентацию у меня в закрепленной записи, как это работает. Вам достаточно пригласить 5 человек. Мы работаем по моей методике приглашая, не приглашая, когда люди идут с вам сами в команду. И посмотрите, как это работает. В моей команде 8 миллионеров.
И один из них глухонемой человек, который не может ни говорить, ни слышать, но он тоже миллионер. Он работает со мной в проекте с 2014 года. Все, тогда всем пока, до скорых встреч.